Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И сегодня вот мы с вами попробуем наггетсы. И также потом пойдем с вами гулять. Вот они вот такие вот получаются. Тут поджаристый. Я уже жарила вчера, нам очень понравилось. Сегодня вот я решила сделать по поджаристее. Вот, подержала их даже подольше. Сейчас мы их посмотрим внутри. Прям корочка такая. Опа. Сейчас посмотрим, тут поменялся. Вот он. Такой прям сок. Мягенький он такой внутри. А написано, что куриная грудка вместе с кожей в составе. Ну, такой мягкий, наверное, еще всякие специи. А стоил там где-то около в районе 80 рублей за килограмм. Это покупали в Светофоре. Вот он. Опа. Вот он прям такой сочный. Сейчас я его попробую. Поджаристый. Очень вкусный. Прям корочка такая поджаристая. Внутри такой нежный, не острый, в меру соленый. Ну, даже, может быть, немножечко недосоленый. Я уже без соли ем практически. Ну, чувствуется, что да, там вроде бы какое-то мясо. Очень вкусный. Можно, в принципе, иногда купить, поесть, если хочется наггетсов. Потому что в магазине они там за пачку, а в пачке я не помню сколько. Стоит только около 80 рублей. А тут можно их, наверное, и в масле, в принципе, поджарить. Я их просто на сковородке пожарила в небольшом количестве масла и все. Thank you.
времени суток. С вами канал Артмания. И мы гуляем по Зубчину. Такой дом гигантский, весь квадратный. Все огорожено, трехэтажный. А тут вообще с колоннами. Мина. Thank you.
Up.